Людмила Лернер уже несколько лет занимается вопросами жилищно-коммунального хозяйства в статусе руководителя ассоциации председателей советов многоквартирных домов и не понаслышке знает, как сэкономить на услугах ЖКХ. Один из способов – установка общедомового прибора учета тепла. Если в доме такой прибор не установлен, то в платежках жильцам приходит сумма по определенным нормативам, которая существенно бьет по карману. Являясь председателем совета дома номер 25 по проспекту Ленинского комсомола, Людмила Лернер инициировала установку такого счетчика. Количество тепла, которое подается, да, оно фиксируется. И у нас не совсем простой прибор, он у нас импульсный, то есть там нельзя подкрутить. Ну, то есть есть и минусы, плюсы. Поставщик ресурсов не может сделать какие-то регулировки в свою сторону, так и собственники тоже. То есть он более точный, скажем так. Была найдена организация, занимающаяся производством и установкой приборов учета. Вот это вот расстояние, нам 80 сантиметров прямолинейного участка достаточно для того, чтобы установить наш узел учета. Кроме всего прочего, так как передача информации осуществляется с помощью цифры или импульса, у нас нет большого количества проводов. У нас одна витая пара, которая выходит с преобразователя расхода и доходит до вычислителя. Иными словами, прибор очень компактный и не вызывает сложностей при монтаже, особенно в домах, возведенных за последние десятилетия. Сама установка займет около часа, затем должны пройти пусконаладочные работы в течение 3 суток. Проект мы изготовим в течение недели. Проект будет готов. А все остальное зависит уже от жителей дома. Проголосовать за установку и собрать денежные средства жильцы могут на собрании собственников жилья. По словам специалистов, прибор окупится примерно через год использования. Дмитрий Книга, Александр Будников, Елена Кошелева, Видное ТВ.